Сотворение мира. Вначале не было ничего. Было пусто и темно. И сказал Бог: «Да будет свет!» И вдруг в этой темноте засиял свет. Богу понравился свет, и назвал он свет днем, а тьму назвал ночью. Это был первый день творения. Когда появился свет, стало видно, что абсолютно все на этой новой планете покрыто водой. И сказал Бог: «Пусть появится твердь, чтобы разделить воды». И создал Бог твердь небесную, то есть атмосферу или воздух, которым мы дышим. Она разделила воду на две части: нижнюю, там, где море, и верхнюю, там, где облака. И назвал Бог твердь небом. И стало так. Это был второй день творения. И сказал Бог: «Пусть посреди воды, которая под небом, появится суша, и пусть на суше растут деревья и травы, цветы и кусты». И стало так. По слову Божьему, вода расступилась, и появилась суша, которую Бог назвал землей. Он украсил землю молодой зеленой травой, различными цветами, великолепными деревьями и пушистыми кустами. И увидел Бог, какой прекрасной стала земля, и понравилась земля Богу. Это был третий день творения. Наступил следующий день, и сказал Бог: «Пусть на небе появятся светила, чтобы освещать землю и отделять день от ночи». И создал Бог два великих светила. Светило большое для освещения днем – солнце. И светило малое для освещения ночью – луну. И звезды создал Бог. С их помощью мы можем узнавать, когда наступает день и ночь, а также считать месяцы и годы. И увидел Бог, что это хорошо. Это был четвертый день творения. А теперь на этой великолепной планете Бог решил создать живые существа. И сказал Бог: «Пусть в воде появятся рыбы и морские животные, а по небу пусть летят птицы». И тотчас море наполнилось живыми существами. Рыбами большими и маленькими, китами, дельфинами, касатками. Они весело ныряли и плескались в воде. А по небу полетели птицы. Их было очень много, и все они были разные. Маленькие колибри, благородные орлы, лебеди, аисты, голуби. Всех их не сосчитать. Каждая птица пела свою песню, желая прославить Творца.
и благословил их Бог, говоря: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, а птицы пусть размножаются на земле». Это был пятый день творения. И сказал Бог: «Пусть и земля наполнится живыми существами». И создал Бог великое множество зверей земных. Одни быстро бегали, другие высоко прыгали, третьи ловко лазили по деревьям, так что вся земля пришла в движение. Здесь были львы, носороги, жирафы и слоны, кошки, собаки, мыши и кроты и многие другие животные. И каждый нашел свое место на земле. Животные были ласковыми и дружелюбными, и все они очень понравились Богу. В заключении Бог решил создать особые существа, похожие на Него самого. И сотворил Бог человека по своему образу и подобию, мужчину и женщину. И благословил их Бог и подарил им весь сотворенный мир, чтобы они заботились о нем и ухаживали за всеми живыми существами. Это был шестой день творения. Так за шесть дней Бог сотворил небо и землю. Все, что Он создал, было прекрасным и совершенным, и очень понравилось Богу. Ему захотелось пообщаться со всеми сотворенными им существами, а особенно с человеком. Для этого он сотворил еще один день, седьмой. Бог благословил этот день и осветил его своим присутствием, чтобы мы отдыхали и общались с Ним. Дорогой дружок, наш Небесный Отец – источник всякой жизни на земле. Он подарил жизнь тебе и твоим родным, каждой птичке, рыбке и зверюшке, всем растениям и насекомым. Он хочет, чтобы все это мы любили, берегли и хранили. Пусть цветы радуют нас своим ароматом и красотой, птицы – чудесным пением, а звери – незатейливой игрой. Будем приходить к Богу каждый седьмой день недели и благодарить Его за это. Да благословит тебя Господь, дружок!